учились? Около 2 лет, да? Да. Что-то в этом духе. Поэтому нам особенно приятно сегодня в рамках этого тура здесь быть. И несмотря на то, что мы уже больше года как выпустили последнюю пластинку, мы ее, как ни странно, здесь презентуем, и поэтому у нас программа большей частью состоит из материала пластинки «Дикие травы». Но также мы играем всякое старое, не очень старое и даже совсем-совсем новое. И следующая песня как раз тоже с пластинки «Дикие травы», она называется «Ветер».